Компания Евросемена предлагает сорт томата «Тетя Валя». Этот сорт является очень урожайным. Куст у него доходит на высоту до 70 сантиметров, а масса одного плода до 60 грамм. Является раннеспелым гибридом. Период от всходов до начала плодоношения до 100 дней доходит. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Подходит для выращивания также в пленочных теплицах. Плоды эллиптической формы. Гладкие, красные, масса одного плода до 70 грамм. Благодаря плотной мякоти плоды идеальны для засолки и цельноплодного консервирования. А сбалансированный вкус плодов этого сорта и аромат очень ценится в свежих салатах. Номер партии 6354, количество семян 10 штук в упаковке. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Может быть, у нас спряталась еще одна семечка где-то. Нет, не спряталась. 9 штук в упаковке.